Возникает вопрос, кто именно будет заниматься изъятием жилья и другого имущества? Этим будут заниматься главные лоббисты этого закона. Это все-таки инвестиционные, банковские направления, финансовые. Они немедленно переведут все свои службы безопасности, всех возможных своих юристов для получения этих лицензий. Поскольку финансисты и банкиры, они 20 лет имеют проблему в Украине. Они выдали кредит, они не могут его вернуть, поскольку тяжела процедура.